Радхамадхава Кунджа Бихари Джайо Радха Джайо Радхамадхава Кунджа Бихари Джайо Радхамадхава Кунджа Бихари Гопи Джанавала Бхагиривара Дхари Гопи Джанавала Бхагиривара Дхари Гопи Джанавала Бхагиривара Дхари Гопи Джанавала Бхагиривара Гиривара Дхари, Яшода Нандана, Раджа Джана Ранджана, Яшода Нандана, Раджа Джана Ранджана, Ямуна Тиравана Чария, Ямуна Тиравана Чария, Ямуна Раваначари, Джайо Радха Мадхава, Кунджа Бихари, Джайо Радха Мадхава, Кунджа Бихари, Джайо Радха Мадхава, Кунджа Бихари, Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари Гопи Джанавала Бхагиривара Дхари Гопи Джанавала Бхагиривара Дхари Гопи Джанавала Бхагиривара Дхари Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Нандана Браджа Джана Ранджана Яшода Нандана Браджа Джана Ранджана Нандана Браджа Джана Ранджана Ямуна Тиравана Чари Тиравана Чари Ямуна Тиравана Чари Тиравана Чари Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари Джайо Радха Мадхава Кунджа Бихари Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари 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 Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари 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 Кришна 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 Хари 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 Рама 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 Хари Хари Прабхупад 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 Джая Джая Прабхупад Джая Джая Нитай Гора Хари Бол, Хари Бол,
Харибол, Харибол, Нитайгор. Бол, Харибол, Харибол, Нитайгор, Харибол. Шри Харинам Санкиртан Яхи Киджа, Шрила Прабхупад Киджа, Нитайгор, Премананды, Хари, 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 Бол. Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Бхагавате Васудевая. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, 7 песня, 1 глава, 31 стих. Гопьях камат бхаят камсо, двешача идя дайон рипах, самбандхат ври, шнаях снегат, юям бхактья ваям вибхо. О царю Дештхира, гопи удостоились милости Кришны благодаря тому, что питали к нему вожделение. Камса благодаря своему страху перед ним. Цари вроде Шишупалы благодаря зависти к Кришне. Аядовы благодаря тому, что относились к Кришне как к родственнику. Вы, пандавы, обрели милость Кришны благодаря своей глубокой привязанности к нему. А мы, обычные преданные, благодаря преданному служению. Комментарий. Разные живые существа удостаиваются разных видов мукти – саюджи, салоки, сарупи, самипи и сашти, в зависимости от преобладающего в их сердце желания, которое называется бхавой. Здесь описывается, например, как гопи стали ближайшими с преданными Кришне благодаря тому, что испытывали вожделение, вызванное сильной любовью к нему. Хотя гопи Вриндавана видели в Кришне своего возлюбленного, такое отношение называется параки – расой, и проявляли к нему сладострастные чувства, никакого вожделения на самом деле у них не было. Это очень важно понять, чтобы успешно продвигаться в духовной жизни. Их влечение к Кришне напоминало вожделение, однако это не было мирским вожделением. В Чайтанья Чаритамрите желания обитателей духовного и материального мира сравниваются с золотом и железом. И золото, и железо – металлы, но их ценность далеко не одинакова. Вожделение, которое гопи испытывали Кришне, подобно золоту, тогда как мирское вожделение сродни железу. Камса и другие враги Кришны погрузились в бытие Брахмана, но друзья и преданные Кришны заслуживают гораздо большего. Преданные Кришны получают возможность общаться с ним, став его спутниками во Вриндаване или на планетах Вайкунхи. Такой преданный, как Нарада Муни, хотя и странствует по всем трем мирам, питает очень возвышенное чувство к Нарайне, Айшварьяман. Вришни и другие ядовы, а также родители Кришны во Вриндаване связаны с Кришной семейными узами. Причем Нанда и Яшода, приемный отец и мать Кришны, занимают более высокое положение, чем Васудева и Деваки. О Магенати Мирандасья, Генаджала, Шалакая, Чакшурун Милитам, Генатасмай, Шри Гураве Намага, Шри Чайтанья Манобиштам, Стапитам Гена Бутале, Своям рупа кадамаям дадати свападантикам. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда. Шри Адвайта Гададхара Шивасади Гора Бхактавринда. Харе Кришна, 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 Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, здесь у нас, это, по-моему, Нарада Муни, он беседует с Махараджи Дхиштхирой, и он объясняет ему, как различные личности, они достигли разных видов совершенств, благодаря тому, что они и испытывали Кришне какие-то чувства, то есть то ли это зависть, то ли
гнев, то ли страх, то ли вожделение. То есть и он дальше, ну, там, в стихах он говорит, что главное как бы воспринимать Кришну, то есть как личность, как реально существующую личность. То есть если мы вас, у нас есть такая вера, то есть если у нас такое, есть такая реализация, то есть то тогда, если мы испытываем к нему какое-то чувство, даже это, если это мирское чувство, как, например, гнев или зависть, вот, ну, здесь в стихе говорится вожделение, там, конечно, Шрила Прабхупада в комментарии, он объясняет, что то вожделение, которое Кришне испытывали гопи, это не было материальным вожделением, вот, но мы знаем Кубджу, которая испытывала Кришне материальное вожделение, и, ну, тем не менее, то есть она получила милость Кришны, то есть она его преданная. И то есть главное иметь вот эту вот веру в Кришну, что Кришна есть. Вот, только тогда мы можем направить на него свои чувства. Понимаете? То есть, это уже есть бхакти. То есть бхакти — это когда мы направляем на Кришну свои чувства, то есть мы связываем с ним свои желания, свои мечты там, и так далее. Да. То есть мы свою жизнь связываем с ним. И это возможно только тогда, когда мы в него верим, то есть когда у нас есть реализация. Вот. И вот с этого момента начинается тогда, Шрила Прабхупада говорит, реальная бхакти-йога. То есть до этого мы должны развивать знания. То есть наша практика, она в любом случае будет, как сказать, мишра, то есть смешанная. Сначала это карма мишра бхакти, то есть деятельность, мы посвящаем деятельность Господу, карма-йога, потом, или карма-мишра-бхакти, еще это называют. Вот, потом мы можем уже изучать, то есть развивать знания о Господе, что Он реально существует, да, то есть философские, то есть столько вот этих книг, да, комментариев, это все для того, чтобы мы все-таки поняли, то есть получили знания, вот вера, которая основана на знании глубоком, вот, она, как сказать, реальная, настоящая, да, то есть это не просто религиозный фанатизм. И тогда только человек способен, но также даже, так как Кришну невозможно понять с помощью просто знания, поэтому мы практикуем бхакти, да, то есть у нас мишра бхакти, да, гьяна мишра бхакти или карма мишра бхакти, то есть бхакти, потому что все равно, так или иначе, мы пытаемся как бы развивать знания о Кришне, но по-настоящему его понять можно только тогда, когда он сам себя открывает. То есть он должен открыться. А открывается Кришна только своим преданным. Поэтому духовный учитель, он занимает своих учеников преданным служением Кришне. Вот. И уже через этот процесс бхакти Кришна открывается, и тогда вот эта вот вера, она становится такая вот глубокая, вот, и преданный может серьезно относиться к личности Кришны и практиковать преданное служение ему. И здесь Шрила Прабхупада, он как раз вот объясняет, я хотел обратить ваше внимание, на положение гопи, то есть он говорит о том, сейчас мы здесь зачитаем еще раз. Хотя гопи Вриндавана видели в Кришне своего возлюбленного, такое отношение называется паракья-расой, и проявляли к нему сладострастные чувства, никакого вожделения на самом деле у них не было. Это очень важно понять, чтобы успешно продвигаться в духовной жизни. Их влечение к Кришне напоминало вожделение, однако это не было мирским вожделением. Понимаете? И вот мы как бы прочитали, да, эти, например, строки в комментарии Шрилы Прабхупады, и мы как бы можем так сказать, ну, понятно, да, то есть понятно, то есть они как бы испытывали к нему сладострастные чувства, но это не было вожделением, вот, потому что Шрила Прабхупада так говорит, вот, и это очень важно понять для того, чтобы успешно продвигаться в духовной жизни. Но на самом деле это понять очень трудно. Понимаете, потому что возникает вопрос, так, а что это тогда было? То есть как это? И для того, чтобы понимать, то есть нам только нужен опыт. Потому что если у нас этого опыта нет, то мы все равно будем все сравнивать с нашим
материальным опытом, да, то есть мы будем все сравнивать с материальным вожделением. Ну, вот. И поэтому для того, чтобы понять эти вещи, то есть это не понимается, вот как вот мы прочитали, и вот, ну, понятно. Понимаете? То есть это постигается благодаря практике преданного служения и по милости Кришны, прежде всего. То есть только Кришна, даже если мы практикуем садхана бхакти, потому что это сокровенная часть духовного мира, вот, это то, что Кришна прячет очень. И поэтому даже просто практики вайди садхана бхакти недостаточно для того, чтобы постичь эти темы, эти отношения, то есть эту любовь, которую, или прему, которую гопи Вриндавана испытывают по отношению к Кришне. Это возможно только благодаря практике, благодаря милости. Милости Кришны и его преданных особенностей. Есть много ститхов, в которых говорится, что вот эта прерогатива, то есть распространять вот это вот знание о любви Кришне, то есть вот этот опыт, передавать вот этот опыт любви к Богу, именно супружеской любви, он, как сказать, то есть этим опытом, этим может поделиться только гопи Вриндавана, то есть только те, которые именно обладают этой уже любовью, то есть и понимают ее. И таким образом они могут передать кому-то этот вкус, то есть человек может это тогда понять. И понять тогда, он сможет понять, что в чем разница между вот этими чувствами и вожделением. Вот. И это на самом деле занимает очень много времени, то есть это годы серьезной практики, серьезного предания, может быть даже какого-то жизни, понимаете, то есть это не то, что так вот мы там брови сморщили и поняли, короче. И точно так же я хотел просто, как сказать, вернуться более к нашей, как бы сейчас, реальности, и точно так же вот... Когда мы слышим, что преданный, вот Шрила Прабхупад делает, например, утверждение, что преданный, он ко всем относится одинаково, вот, он не считает себя преданным, он считает других преданными. То есть он описывает настроение Утама Адхикари. Понимаете? И вот просто даже, чтобы понять, а что это такое, как это, понимаете, вот, необходимо подняться на этот уровень. То есть и неофиты обычно, они думают, что понятно, я вот сейчас буду как бы ко всем одинаково относиться, да, то есть, а он просто не способен это делать, понимаете, это будет просто имитация, нам только кажется, что мы, ну, как бы, можем, что-то так вот, ну, вроде бы так звучит, знаете, легко, вот, на самом деле это очень, ну, то есть, это необходимо находиться на определенном духовном уровне, то есть, это настроение, это сознание, оно проявляется, и обычно как получается, вот если, например, брать нашу ситуацию сейчас. Я встречал вот преданных, как вот это вот, как сказать, истина, то есть как знание, например, какой-то стих, то есть люди слышат, и как он преломляется через сознание, как они его понимают уже, понимаете, неправильным образом, и как это выливается. То есть ко всем надо относиться одинаково. Вот как преданный неофит, как, конечно, адхикари, он это воспринимает. Это он воспринимает, что все демоны, потому что материалисты, мясоеды, поэтому они друг с другом воюют, поэтому, ну, как бы я одинаково ко всем отношусь, ничью сторону не принимаю, я как бы в стороне от всего. Или другая крайность, ну, они все души, вот, они такие все, просто вот майя их сбила с толку, и они вот там с друг другом, поэтому мы всех любим, мы ко всем одинаково относимся, вот. Но это также имитация, то есть, потому что, конечно, адхикари, он не может отличать, кто такие невинные, а кто такие демоны, то есть невинные это жертва, невинные, а демон это агрессор, и вот мадьяма адхикари, то есть для нас важно подняться на уровень мадьяма адхикари хотя бы. Вот. И, в принципе, на нем и остаться, потому что Шрила Прабхупада, я буквально пару дней назад
или вчера даже встретил стих в читании Чаритамриты, там в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что даже если кто-то в нашем движении поднялся на уровень Уттама-адхикари, он должен спуститься, то есть он должен действовать на уровне Мадхьяма-адхикари, потому что наше движение проповедническое. И мы не, ну, как бы, если мы, то есть, будем или имитировать уровень Уттама-адхикари, или даже находясь на нем, будем действовать как Уттама-адхикари, мы не сможем проповедовать, и мы не сможем адекватно, как сказать, взаимодействовать с обществом. Вот. И вот Мадхьяма-адхикари, он различает четыре вида людей, личностей. Он различает Кришну, он любит Кришну, сознает Кришну. Он понимает, кто такие преданные, какими качествами они обладают, и умеет с ними строить отношения, дружить с ними. То есть он умеет заботиться о младших, дружить с равными, почитать старших. Также он различает невинных, он понимает, кто такие невинные. И он различает также демонов. То есть он проводит вот, это, вот эти вот различия, кто демоны, кто невинные. Вот. И у него, то есть, есть вот это вот переживание, потому что Мадхьяма-адхикари, он проповедует. И когда он проповедует, он чувствует связь с людьми. Он видит, как они реагируют, например, там, он проводит харинаму, или распространяет книги, или читает какие-то лекции. Он видит, как люди, они реагируют на сознание Кришны. Они могут там не понимать все, но у них есть вот эта вот позитивная реакция. Вот, то есть, и он понимает, что они невинные. То есть они могут еще быть материалистичны, они могут там, не следовать принципам регулирующим, но он видит, что они не демоны. И у него развивается, у Мадхьяма-адхикари, у него развиваются отношения. Понимаете, невозможно проповедовать без любви. У него развивается определенное хорошее чувство, то есть, понимаете, к людям. Хотя они могут быть материалистичны. То есть у него развивается такая симпатия. Потому что проповедь – это обмен, это дарить дары, принимать дары. Вот, мы дарим людям сознание Кришны, они дарят нам там, какие-то просто свои хорошие отношения, какие-то улыбки, какие-то пожертвования и так далее. Вот, то есть развиваются взаимоотношения. Поэтому Мадхьяма-адхикари, он переживает, и он различает, и он видит этих невинных людей, хотя они могут быть материалистичными. И также он видит демона, он способен отличить, вот, кто проявляет агрессию. Вот. Конечно, Адхикари он не видит. Он думает, что вот мы ко всем одинаковы, все или невинные, все, короче, вот, либо все демоны, короче. То есть у него такие вот крайности. Вот. Поэтому очень важно, то есть, да, мы должны уметь различать. Вот, потому что мы тогда не сможем. Если мы не различаем вот эти качества, то есть смысл сознания Кришны в том, чтобы научиться различать качества личностей разных, качества людей, вот, и по их поступкам и так далее. То есть это все Кришна описывает в Бхагавад-гите, и целая глава этому посвящена, божественные, демонические натуры. Вот, и так хотел сказать. Да, если мы не научимся, то есть вся практика, то есть смотрите, то есть для того, чтобы полюбить по-настоящему Бога, нужно также понимать Его качество. То есть это не так, что мы просто, ну знаете, вот, рвем рубашку, Бога люблю. Нет, сначала надо Его понять. Ну, то есть Господь, Он как бы принимает это, Он говорит, ну, окей. Но Он всегда спрашивает, а чего ты меня любишь? То есть, если у нас нет понимания, если мы нету реализации, то есть мы не сможем его убедить, что мы его любим. Он скажет, ну, я понимаю, это хорошо, что у тебя такое позитивное ко мне отношение. Вот. Но ты должен еще прилагать усилия для того, чтобы постичь меня. Вот. Поэтому и для этого мы должны различать, понимать качество. Если мы не понимаем качество здесь, в материальном мире, живых существ, которые нас окружают, вот. Мы никогда не полюбим Бога, и мы никогда не поднимемся на тот уровень, чтобы относиться ко всем живым существам равно. И мы не сможем даже это понять, как это, вот. Что это такое. Потому что великие вайшнавы, там Уттама-адхикари, они тоже, оказывается, делают различия. Вот. Шримати Радхарани – это Уттама-адхикари или не Уттама-адхикари? В Лалита-мадхаве описывается, когда Кришна с Шримати Радхарани, они были в пещере, встретились. И там в этой пещере на стенах были рисунки такие красивые игр,
Кришны во Вриндаване, и потом дальше там в Матхуре, и потом дальше там была картина, когда Кришна убивает Камсу. И когда Шримати Радхарани она увидела эту картину, она говорит: «О, вот это мне очень нравится». Да. То есть она как бы различает, то есть ей нравится, она очень милосердная, то есть это воплощение сострадания Господа. Но когда она видит, когда Кришна убивает демона, вот, агрессора, то есть она радуется, вот, то есть она различает не одинаково ко всему отнесется. Вот, поэтому это важно, то есть какие-то вещи, которые мы читаем в книгах Шрилы Прабхупады, то есть мы должны это все понимать, потому что там есть глубина понимания. Вот, если мы поверхностно, мы только как вот Шрила Прабхупада сказал, относиться ко всем одинаково. Вот мы относимся, все демоны, короче, они там между собой бьются, мы ни в чью сторону не принимаем. Или наоборот, там, все они невинны, они все там не есть, есть разница. Вот, эту разницу мы должны видеть. Вот, и это наша ответственность, и мы должны поддерживать невинных, защищать невинных, переживать за невинных. Вот, и осуждать демонов, и каждый в мере своих сил, то есть бороться с ними. И вот равное отношение ко всем, также оно проявляется в том, если мы действительно хотим практиковать равные отношения. Но это невозможно, опять-таки, повторюсь, это невозможно имитировать. Это зависит от нашего духовного продвижения, нашего уровня, то есть нашей способности сопереживать и сострадать. То есть равное, это значит, когда мы видим, что где-то кто-то унижает, мучает, насилует каких-то женщин, понимаете, то есть мы, или там каких-то стариков, детей, там, или просто мужчин каких-то, понимаете, то есть мы чувствуем так, что это как будто на наших детей, наших жен, наших матерей мучают. Мы так переживаем это. То есть нам так больно, потому что у нас равное отношение ко всем. Мы не делим людей на своих, близких вот, и чужих. Мы понимаем чувство боли, которое эта душа испытывает. Вот, и мы, у нас такое сознание, такой уровень сознания, что мы переживаем вот за всех, за эту боль, которую они испытывают. Вот. И это невозможно имитировать. Это невозможно так сказать. Ну вот GBC сказала, что нужно ко всем одинаково относиться. Поэтому мы теперь будем ко всем одинаково относиться. Это так не работает. То есть это зависит от нашего сознания. Поэтому насколько мы способны это делать вообще. Поэтому хотя бы мы должны вот, придерживаться, то есть настроения мадхья-мадхикари и различать людей. И вот это вот различие, оно проходит... Опять-таки, то есть Кришна это объясняет в Бхагавад-гите. То есть жертва – это невинные, агрессор – это демон, демонические живые существа. Вот, все, очень просто. Вот, и мы даем оценку. И если эту оценку не давать, оказывается, я вот нашел в Шримад-Бхагаватам, там, вернее, преданный на Фейсбуке выложил, я так... был, немножко обратил на него внимание, но как-то не слишком там погрузился. Это вот опять я встретил этот стих там, вот, и более глубоко так его почитал. И очень интересно на самом деле, это стих объясняет, как мы должны себя вести. Я сейчас зачитаю вам этот стих, то есть, потому что это очень важно. Потому что оказывается, то есть нейтральное отношение, оно как не, то есть это небезопасно в таких ситуациях. Это Шримад Бхагаватам, 4-я песня, это 14-я глава, 41-й стих. Это история про Махараджу Вену, помните, да, которого... Браманы прокляли, и он помер вот, от их проклятия. Стих, смотрите, какой. Великие мудрецы подумали, что браман, вот, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным. Вот то, что к чему нас призывают, да, и то, что мы пытаемся делать.
То есть да, мы всегда должны быть невозмутимыми и беспристрастными, то есть никому не чувствуя, но не понимать. Одинаково относясь ко всем живым существам. Великие мудрецы подумали, что браман, хотя и должен всегда оставаться невозмутимым и беспристрастным, одинаково относясь ко всем живым существам, не вправе безучастно взирать на страдания несчастных, обездоленных людей. Такое равнодушие приводит к тому, что браман утрачивает духовную силу, которая уходит от него, как вода, вытекающая из треснувшего кувшина. Понимаете? То есть, если мы занимаем такую позицию, ну, это у них там политика, у того политика такая, у того политика такая, это хня карма, они там лупятся, короче, и мы так, ну, не при делах. Ну, вот, то вот такие последствия будут. Комментарий. Браманы, представители высшего класса общества, в большинстве своем являются преданными Господа. Они обычно держатся в стороне, от событий, происходящих в материальном мире, так как целиком поглощены духовной деятельностью. Личности, которые целиком поглощены духовной деятельностью. Но, когда над человечеством нависает смертельная угроза, то, что мы видим сейчас, то, что происходит сейчас, они не могут оставаться в стороне. Если они ничего не предпримут, чтобы вывести общество из кризиса, их духовное могущество, как сказано в этом стихе, пойдет на убыль. Многие мудрецы уходят в Гималаи в надежде обрести освобождение. Однако Прохлада Махарадж говорил, что ему мало освободиться самому. Он решил ждать, пока у него появится возможность освободить все падшие души этого мира. Браманов, достигших высшей ступени духовного развития, называют вайшнавами. Есть два вида браманов: браманы-пандиты и браманы-вайшнавы. Настоящий браман должен очень хорошо знать священные писания, а когда его знания дают ему возможность постичь верховную личность Бога, он становится браманом-вайшнавом. Пока браман не достиг уровня вайшнава, его эволюция как брамана не завершена. Святые мудрецы рассудили, что Вена, хотя и был великим грешником, принадлежал царскому роду, ведущему начало от Друру Махараджа. Следовательно, его семя находилось под защитой верховной личности Бога Кешавы. Поэтому мудрецы решили принять необходимые меры и исправить положение в обществе, где из-за отсутствия правителя воцарился хаос. Ну, это уже следующие моменты там, связанные с историей. Вот. Но здесь вот Шрила Прабхупада, он конкретно говорит, что если они ничего не предпримут, чтобы вывести общество из кризиса, и их духовное могущество, как сказано в этом стихе, пойдет на убыль. Вот. И там преданные в комментарии, то есть на Фейсбуке они написали, что типа, а что ж делать? Что тут имеется в виду? Вот. И просто оружие брамана – это слово. Слово оно имеет большое могущество. И поэтому обязанность брамана – просто говорить правду. Просто называть вещи своими именами. То есть, и таким образом они входят в сферу материального мира. Вот, и таким образом влияют на события в материальном мире. Вот, поэтому здесь говорится, что когда над человечеством становится такая вот угроза, большая гибель, то есть они должны, это долг, они должны мешаться чем? Словом. То есть они должны говорить, они должны призывать. Почему? Потому что у браманов слово, оно имеет большую силу. Потому что это так как они следуют духовному пути. Ну вот в Кали-Югу очень мало вообще таких людей. То есть Кришна говорит, из многих тысяч и сотен тысяч людей, один только стремится к совершенству, а из тысяч достигших совершенства только один воистину познал меня. Поэтому это очень редкие личности, но они обладают большим могуществом, и, как правило, они, здесь говорится, они отстранены от дел в материальном мире. Вот. Но когда такая вот возникает угроза, они должны вмешаться. Это очень, очень важно. И если, то есть не переживая за последствия, потому что Кришна в Бхагавад-гите говорит, что ты должен исполнять свой долг, Арджуне. Арджуна кшатрий, воин, он должен был сражаться на поле битвы Курукшетра. И Кришна ему говорит, ты должен исполнять свой долг, и плоды твоих действий не принадлежат тебе. То есть выиграешь ты, проиграешь,
что там будет, какие там будут жертвы, неважно. Сейчас твоя задача выполнять свой долг, все. Точно так же Браман, у него есть свой долг, то есть он должен говорить правду. Не обращая внимания на то, каким последствиям это приведет. Закроет Путин там в России общество сознания Кришны, будет преследовать преданных там или еще что-то будет. На это мы не обращаем внимания. Мы должны говорить правду. Все. А плоды, Кришна говорит, плоды твоей деятельности, то есть что оно там потом будет, это принадлежит мне, Кришна говорит. Это я там позабочусь, разрулю. Будут там, закроют, не закроют, это тебя вообще не касается. Это я контролирую. Понимаете, то есть такой... такого искусства деятельности духовной. То есть мы выполняем свой долг, и плоды нашей деятельности, то есть мы зависим от Кришны во всем. И отдаем плоды своей деятельности Кришне. Но задача, долг брахмана, то есть духовного человека, называть вещи своими именами и говорить правду. Таким образом мы можем влиять на человеческое общество, на ситуацию, то есть чтобы она разрешилась, так сказать, в лучшую сторону. Я на этом остановлюсь. Может, есть какие-то вопросы, дополнения? Да. Ну, это тут же про царя Вену. Ну, не знаю, сейчас просто сразу так, я же не этот самый, не поисковик, там, Google, я сразу так сейчас не найду. Ну, вот это вот даже эту историю, достаточно этой истории про царя Вену, мы можем ее разобрать. То есть царь Вена, он уже был жестокий. Он с детства, говорится, он, играя с детьми, ну, как своими сверстниками, маленькими детьми, он их убивал. Да, ради забавы. И его отец, царь Анга, он был в шоке, что такой, короче, блин, монстр, у него, короче, сын. Вот. И он пытался там его как-то перевоспитать, все, короче, ну, потому что эти же дети, это были, ну, как вот, знаете, принц, да, там, сын царя. Он с кем играет? Он играет там с детьми придворных, министров каких-то там, все. И это же, ну, как бы у царя же, у него же хорошие отношения, понимаете, с этими... своими министрами и так далее. А этот, короче, сынуля, короче, он там животных убивал, короче, ну, то есть такой жестокий был, представьте, да. Он берет и убивает детей, с которыми играет. Вот. И этот царь, он был в шоке, Анга. И он как-то пытался там его наказывать, там перевоспитывать, и бесполезно, короче. И потом он просто, ну, он так это, его так это травмировало, то есть он такое испытывал как бы разочарование в этом, что он решил вот отречься от всего, ушел просто в лес и посвятился духовной жизни, как бы и оставил тело и ушел в духовный мир. Ну вот, а Вена остался, и он начал, короче, притеснять религию, то есть он начал запрещать жертвоприношения там, и так далее, и начал говорить, что вы должны мне поклоняться, потому что я царь, я представитель Бога. Вот, один преданный, он там с России, там, старший преданный, такой саньяси, говорит, любая власть, она от Бога. Знаете, вот. Поэтому мы должны вот ее уважать, как бы, да, там. Вот. Но это глупость, потому что Камса, он тоже был царем, а Кришна его убил. Вот, что ж Кришна его поставил, да, там, а потом для того, чтобы убить, там, Дурьодхана, Джарасанга. То есть это мы сейчас еще этот момент разберем, вот, как правильно это понимать. Потому что преданных бывает неправильно это самое. В общем, этот царь Вену, он начал править, и он был очень жестоким. Он там затерроризировался и говорит, я представитель Бога на земле, поэтому он сказал священникам, браманам, говорит, поэтому вы должны поклоняться мне, а не Богу, и не полубогам, а мне. И жертвоприношение, там все проводить для моего удовлетворения. Потому что я представитель Бога, он в шастрах написано. Понимаете, как можно шастры, короче, перекручивать, если их, ну, хочется. Вот. И браманы такие посмотрели, они говорят, ну вот это он, короче,
одурел, да, то есть парень, короче, да, то есть насколько он возродился, насколько он возомнил себя, ну вот, и они сначала, они попытались его, то есть они ему говорили, то есть они не сидели там перепуганные, потому что он жестокий, он реально мог там, ну, взять там, оторвать им там пальцы отрезать, знаете, там, или еще что-нибудь там, ну, ну вот, голову оторвать, потому что они знали, какой он жестокий, но они не побоялись. Они пришли, ну, они так вежливо сказали, вот, дорогой, там, типа, царь, ну, вот, ты, короче, неправильно, короче, там, себя ведешь, то есть, начали его наставлять, потому что это их не обязанность. Вот. Что-то начали говорить. Вот. В нашем случае, например, мы можем не иметь доступа такого, да, там, к этому Путину, к тому же. Вот. Но есть международная площадка, то есть есть соцсети, есть информационное пространство, в которое мы должны влаживать свое слово. Это очень важно. Вот. И они обратились к нему, и он начал на них наезжать, он не принял, он сказал, что вы, короче, как проститутки, вы, короче, меня не почитаете. Вот, все. Вот. И тогда они разгневались, вот, и сказали, что этот он не должен вообще жить, короче. И они, ну, они большим могуществом обладали, то есть они его прокляли, и он тут же, короче, помер, этот царь Вену. То есть таким образом они вмешались в жизнь человеческого общества. И это пример, то есть Шрила Прабхупада, он для нас, для нашего времени дает комментарий, что мы тоже должны вмешиваться, то есть словом мы должны влиять на ситуацию. Да, и вот по поводу, я, кстати, хотел об этом сказать, забыл. Хорошо, что запрос задали, я вспомнил. Вот, и вот я послушал там обращение одного преданного, вот, по поводу того, что вот, любая власть, то есть она от Бога. Да, вот. Это вот это вот как бы такое, знаете, невежество на самом деле, неправильное понимание разницы между материальным и духовным миром. Мы как бы услышали, что да, и травинка, опять-таки, вот одно из таких вот утверждений, которые, истинных утверждений, которые можно по-разному понимать, есть разная глубина этого понимания. Какое утверждение? И травинка не шелохнется без воли, без дозволения Верховного Господа. Правильно? Мы все это слышим. Вот. Но это надо правильно понимать. Вот. И просто когда такое, например, человек слышит, то это как бы значит, Бог во всем виноват. Понимаете? Но на самом деле это не так. Почему? Я сейчас объясню. В материальном мире живые существа имеют свою независимость. Это специально, то есть она ограничена, но Господь дает им вот эту свободу. И они тут действуют на свой страх и риск. И поэтому это их ответственность. В конечном счете, да, Господь причина всех там причин, но это как бы очень отдаленно. Понимаете? В духовном мире Господь все контролирует. В этом как бы и заключается духовный мир, разница духовного мира от материального, что в духовном мире все контролирует Господь через посредством своей внутренней энергии. В материальном мире живым существам дается свобода, поэтому они, те живые существа, которые ее неправильно используют, которые там, они демонические, и которые, то есть невинные, есть то, что мы разбирали. Вот. И они действуют, то есть и не Бог в этом виноват, вот. А виноваты эти живые существа, которые, и они приходят к власти, вот сколько царей было в 12-й песне Шримад-Бхагава, там описывается, как они там друг друга убивали за время вот Кали-юги, как началась Кали-юга, сколько там царей друг друга сменяло, и они там все время, ну, друг друга, короче, убивали, там воевали за власть над землей, вот, и что же это их Бог ставил? Нет, они там дрались сами за эту власть, это не Господь им давал, то есть они как бы это демонические так сказать, существа, которые Господь их не уполномачивает. И говорит, что власть, она от Бога, это оскорбление Господа. Есть известная молитва христианская, как «Отче наш, иже еси на небеси, да святится имя Твое, да придет царствие Твое на земле, как и на небе». Да будет воля твоя на земле, как и на небе. То есть на небе там есть его воля, да. Но здесь надо усилия прилагать, надо стараться. То есть чем мы занимаемся? Вот мы создали общество, чтобы в этом обществе была воля Бога проявлена, понимаете, в большей степени. Поэтому мы стараемся жить в соответствии со священными писаниями. Те живые существа, которые не живут по воле Бога, да, то есть они
так сказать, не могут рассчитывать на то, чтобы он в их жизни что-то контролировал. Понимаете? Они плывут по карме, то есть совершают какие-то поступки, понижают там и так далее. Это материальная энергия влияет. На них влияют другие живые существа. У них, может, по карме не положено, то есть невинные. А другие какой-то там ракшас появился, и он там терроризирует всех. Понимаете? Вот. Это все, эти очень такие, знаете, ну, хитросплетения называются. Кармы, мы там не, все не разберем, как это работает. Но другими словами, что воля Господа, она проявляется именно в жизни преданных, сур, в этом материальном мире, либо в духовном мире. Вот. А другие живые существа живут независимо от Бога. И об этом мы и проповедуем. То есть Шрила Прабхупада говорит, в этом основная проблема живых существ, что они живут независимо от Бога. Вот. Те, которые как, до какой-то степени там, пытаются зависеть от Бога, они более благочестивые. То есть те, которые... Но зависеть от Бога, жить с Богом, это то есть, не просто так. То есть это искусство. Потому что если мы, например, не понимаем этого искусства, этой науки, вот, как жить с Богом, как зависеть от Бога, то мы можем просто с именем Бога совершать множество греховных поступков, которые против воли Бога. Как Гитлер, он развязал свою войну, да, то есть с таким вот, и Путин сейчас тоже, он же говорит, что они там вот Запад, это они там деградированы, они там это самое, а мы тут святая Россия, мы сейчас тут придем, будем их, блин, освобождать, понимаете. Точно так же Гитлер говорил. Вот. А потом, когда они проиграли, там Шрила Прабхупада приводил пример, когда Гитлер развязал войну, прикрываясь именем Бога, вот, многие немки, они молились там за своих мужей, сыновей, отцов, чтобы они остались живы, и потом, и чтобы они, чтобы Германия победила. Но когда они проиграли, то есть когда поубивали этих всех, многие немки стали атеистками. Вот, потому что типа вот они молились, а вот Господь так устроил. Вот. И Шрила Прабхупада говорит, ну они не спросили у Бога, а надо ему эта война вообще? Да, то есть он, это его план. Вот. То есть, другими словами, люди, не имея квалификации, не имея этой реальной связи с Богом, вот, и подсказать некому, они как бы просто придумывают себе, оправдывают свое невежество, то есть свою агрессию, свой демонизм, вот, именем Бога. Вот. И поэтому мы, как преданные, мы должны вот это вот понимать, ориентироваться в этом. И опять-таки, то есть, в данной ситуации, в нашей ситуации, а как же определить, кто ж как бы прав, кто не прав, кто виноват, на чьей стороне Бог сейчас. Вот это вот определение. Агрессор. Кто агрессор, кто первый начал, тот и демон. То есть Господь Динабангу. Динабангу – защитник падших, защитник страждущих. То есть Бог всегда на стороне жертвы. Вот. Мы должны это понимать. Ну, хорошо, я первый. Я хочу вот конкретизировать. Я не считаю себя ни преданным, ни неправым. Вот что вы посоветуете здесь присутствующим, что мы конкретно каждый должен делать? Мы должны просто совершать преданное служение. Есть вот много видов служения, преданные там он, тяжело трудятся, загибаются. Нужно просто им помогать. То есть это вклад, так сказать, в Божье дело, так сказать, в победу и, так сказать, над демоном. Да. То есть это то, что мы можем делать. Да. Ну, я уже как пример с Вену прозвучал. Там царь ушел в лес, и по идее он должен был потерять духовные вот эти свои качества, поскольку он уклонился. Ну, по, извиняюсь, по лекции я понял, что он должен был что-то все-таки повлиять на ситуацию. Но он как бы отказался, ушел в лес и достиг совершенства. Но он пытался, он влиял, он пытался, просто у него не получалось. Он пытался. То есть мы можем тоже попытаться, если у нас ничего не получится. Мы должны пытаться, да. То есть да. Суть в том, что мы не должны быть абсолютно... равнодушными. Вот, совершенно. Все, спасибо. Спасибо. Там есть комментарий Прабхупады один, где он говорит, что эти брахманы собрались... В то время они обладали квалификацией, они сказали, хм,
и просто испепелили вену. Но, говорит, в наше время брахманы не обладают такой квалификацией, поэтому что они могут делать? Они могут петь Хари Кришна везде, где только можно, совершать санкиртана-ягью. Таким образом они будут помогать очищаться всем живым существам. Да, Хари Кришна мы поем, то есть это называется быть погруженным в духовную деятельность. Вот как здесь в комментарии говорится, что обычно мы не принимаем ничью сторону и не участвуем в вот этих политических мирских делах. Мы, почему? Потому что мы поглощены духовной деятельностью, поем Хари Кришна на улицах, потому что мы понимаем, что это самое важное. Но когда, Шрила Прабхупада говорит, над миром возникает угроза, вот, то тут надо не Хари Кришна петь, потому что люди это не понимают. Вот в Харькове там преданные ходят, Хари Кришна поют, они попривыкали, потому что когда мы на улице поем Хари Кришна, знаете, мы же всегда, это праздник такой, да, то есть фестивальное такое настроение, такое, знаете, Хари Бол. Вот. И преданные сейчас такой, ну, траур, там как раз вот это было там в Буче, эти известные стали события, которые там происходили. Я там на Фейсбуке смотрю, там преданные выложили видео, там они такие по пустым дворам такие идут, знаете, с мридангом, с караталами, такое, и такие «Хари Кришна!» Знаете, такое, ну, пир во время чумы. Вот, то есть люди этого не понимают. И это, ну, как бы, то есть все нужно делать вовремя, в соответствии с местом, времени, обстоятельствами. То есть, когда надо было петь. Сейчас надо говорить правду, вот, и поддерживать невинных, и осуждать демонов. То есть, это то, как мы должны влиять на ситуацию. И мы, я не скажу, что в то время вот могуществом обладали, а сейчас не было. Обладают преданные могуществом, обладают. Мы, может, не можем там как бы намотать шнур на руку и испепелить, как бы, да, вот. Но слова, они имеют большую силу. И если демоны начинают преследовать преданных, то они очень быстро расходуют свое благочестие. Потому что за счет чего демоны держатся? За счет благочестия, которое у них есть. Там же говорится в Бхагавад-гите, Кришна говорит, демон как рассуждает? Я буду совершать благочестивые поступки. Буду обретать, набирать могущество. И побежу всех своих врагов и так далее. Мне преданные рассказывали еще несколько лет назад. Во Вриндаван приезжали какие-то ребята, короче, эти, видно, то ли из ФСБ, или что, узнавали, где можно, короче, этот ягью сделать, короче, для Путина. Представляете, да. Они там все в курсах, да. Вот. И то, что преданные вот эти вот, например, в России, сбитые с толку, как бы, которые вот на материальном уровне находятся, они не различают вот эти вещи, вот, которые поддерживают Путина или которые нейтральную позицию занимают, они таким образом дают ему шахте, они его поддержат, потому что у преданных есть могущество. Вот. Поэтому очень важно как бы назвать вещи своими именами, вот, озвучить это. Вот. И когда и потом им это не понравится, если они начнут преследовать преданных, они вот это вот благочестие очень быстро, оно у них кончится, они расходуют его. И тогда они быстро встретятся со своим разрушением, то есть они сдохнут, ну, здесь каким-то образом. Это же есть пример, вот смотрите, в 10-й песне Шримад-Бхагава там описывается, что Нарада Муни, он пришел к Камсе, к демону, и говорит, а ты знаешь, Шудеваки, Васудева, у них уже Кришна родился, у них уже сын родился, они тебя обманули. Они его отнесли во Вриндаван, то есть он сдал Деваки, Васудеву, и говорит, и Вришни, вот эти все династии, это все полубоги. Они тебя, короче, пришли, короче, это самое, да. Вот, и Махараджа Уграсена, и Камса такой, да ты шо? И он закрыл, то есть Деваки, Васудева, они уже были на свободе, там как-то жили более-менее. А он заковал их в цепи, короче, посадил. Почему? Потому что Нарада сказал. А зачем Нарада сказал? Специально, чтобы Камса начал терроризировать преданных, и чтобы Кришна быстрее его убил. Это был такой хитрый план Нарады Муни, понимаете, да. Вот. Поэтому ну, эта история, она показывает, что если эти люди, они будут пытаться преданных преследовать, то ихняя карма, вот эта, она быстро очень сгорит, и Кришна их уничтожит по-любому. Поэтому мы должны говорить, то есть не бояться. Вот. Страх – это невежество. Если мы реально верим в Кришну, что Кришна все контролирует, что Он защищает своих преданных, чему мы боимся? Нужно говорить. Здесь, в Украине, в России,
Везде, по всему миру. То есть от GBC должно быть заявление соответствующее. Такое мое понимание. Вот. И оно основывается на том, что пишет Шрила Прабхупада и то, что описано в Шримад Бхагаватам. Вот. Я думаю, что там, тот, кто совершает ошибки эти, то есть Кришна, конечно, мы никого не осуждаем, но мы не согласны, а Кришна даст свою оценку. Вот. И я думаю, что еще есть время, то есть преданные там, старшие, они могут исправить ошибки. То есть лучше поздно, чем никогда, и то есть, сделать более правильные шаги, так сказать, выполнить свои, как бы, свои обязанности как духовных лидеров общества, как браманов. Харе Кришна. На этом остановимся. Шримад Бхагаватам ки чай. Шрила Прабхупад ки чай. Нитай Гаура Премананде.